Всем привет, меня зовут Ader, и сегодня мы будем играть в игру под названием Heroes of Yggdrasil. Игра выглядит круто, я ее нашел на геймджолте. Так, 9 реалмов миров, типа что-то такое Yggdrasil. Но это связанное с норвежской такой северной мифологией. Так, Фенрир убежал, круто. И мы должны его остановить. Ну, видимо, чтобы Рагнарок не начался, и все. Туториал! Так. Ну, вроде все просто. Ну и управление нормально настроено. Даже на моем глупом джойстике. Так, это какая кнопка? Оп. Так, прыгай, значит, так. А, я могу. Я могу его убить вообще? Я забываю кнопки. Ладно. Что это РБ? А, вот, мне надо было пройти, значит. Так, я теперь могу быть этим крутым парнем. Так, он может назад рывок делать. Ау. Теперь делать different types of damage. Ага. А, это наш свой. Я пока не могу разобраться в управлении. Я не привык играть на джойстике. Так, все, я вот могу менять теперь. За лучника проще всего, наверное, будет играть. Потому что это, ну, лучник. Вау. Это было мощно. А, это его спецспособность, типа. У каждого есть своя способность. Я забыл, какая кнопка, чтобы прыгать. Бум. Умри. Так. Мне не менять надо было их. Да, но я начал их менять. Так, лучник. Пью. Бум. Бум. Все, get good. Да, и все эти платформеры очень сложные для меня. Так. Нам нужен что-то типа дворфа. Назовем его Тор. Так, это деревшево, это энд. Так, нам нужен парень с топором. Пока все довольно-таки просто, но для меня уже сложно. Так, не. Да, почему-то я не играю за парня с топором. Будем его называть Акс. Топор же. Ну, да. Он не может повернуться в нужную сторону, козел. Да, обучение было сложным. Ну, я идиот, но это простительно. И музыка громкая. Так, типа, он спрашивает, хочет присоединиться к нам. Да, типа, ба-ба-ба. О, я должен каждому давать разделять еду. Это что, еще сложнее, чем надо? Музыка классная. Ого. Это еще стало сложнее. Мне нравится. Так, да, бла-бла, апгрейды, оружие и броня. Давайте. Так, а тут мы ставим руны какие-то. Ладно, улучшим оружие. Почему бы и нет? Так, вороны. Брысь. Так, я знаю, что я молчу много, но это... Так, нам нужен лучник. Я нечаянно меняю слишком быстро их. Так. Да, идите вы. Так, тут нам нужен парень с топором. Самое... Я путаю кнопки. Он быстро убил. А, я что понял. Видимо, если они такого же цвета, как я должен выбирать подходящего персонажа. Интересная механика. Так, волки. Отлично, сэр.
Они сами рули. Так, бум, бум. Так, для кабана нужен был толстый парень. Ау. Ты дашь мне свое мясо. Это мне напоминает то, что надо менять эти классы. Оружие у медиков в Team Fortress, где надо типа сопротивление иметь. Так, люди поют его имя в легендах. Круто. Так, кому мы даем? Тебе. Ты у нас покоцанный сам, но остальное вроде окей. Ладно. Мне нравится вот в этом моменте музыка. Интересно. А мы много денег набрали, думаю, нет. Ладно. Еще один уровень. Вау, темно. Классная. Блин, эта игра клевая. Только я не комментирую, потому что я еще не могу разобраться с управлением. Так. Ага. Так. Змея умрет. Любая змея умрет. Вау, призраки. О нет, о нет. Я где-то собак, что ли? Так, тут скелетоны. Так, они, кажется, желтые, да? Ау, ау, ау. Ну, сойдет. В ловушку я попал, что я же вообще молодец. Так. Ну, вроде быстро такое то, что одноручное оружие все-таки. И судя по логике РПГ. Так, кабанчик, ты. Бум, бум. Так, мало дэмэджа. Нужен правильный парень. Козел. Так. Парень-лучник. Опять ловушка, я их не вижу же. Так. Неплохо. Было бы вот такое что-нибудь. Лет эдак. Ну, 10 назад вот. Не, 10 это мало. 15. Вот бы я офигел просто от такой игры. Ну и сейчас тоже неплохо. По идее. Так, парни, я могу вам просто по башке надавать. Так, мега стрелу. А, нет, на второго. А, там, блин, это козел. Шкелет, милет. Ну. Нет, что-то не хочет меня бить, видимо. Сдался. Ладно. Какие-то кристаллы дешевле золота. Вау, ты кто такой? Ты новый класс. Ладно. Да, я думаю, эту игру я не один эпизод буду играть, потому что, ну, интересная какая-то история есть. Так. Да. На этом я закончу этот эпизод здесь. Я еще сделаю, не знаю, сколько эпизодов. В зависимости от, насколько игра будет, так сказать, поставлять какие-то новые вещи, механику, там, сложность и так далее. Ну, еще минимум 5 эпизодов, я так думаю. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, увидимся с вами в следующем видео. Пока! Okay.